Отличное, да, местечко для катания на роликах? Да. Даже нет, получше. И нету здесь машин, да? Давайте, начинайте тренировку движения назад. Удобно, можно от стеночки оттолкнуться. Это сложнее, но зато это тоже будет более устойчивые ноги у вас. Будете больше силы тратить. А как я могу вот эту переступить, чтобы... Повернись и переступай.